Подпишись на канал, жмякни колокол и лайк не забудь поставить. Давай-давай. Смотрим. Так, это в Санкт-Петербурге. Грибная аптека, лечение лекарственными грибами. Давайте дальше, да. Просьба перила руками не трогать, упадете. Только у нас так может быть. Дальше. Срочно меняй BMW 323 1987 года, пробег 200 тысяч километров, идеальное состояние, все опции на... Официальный iPhone 3G МТС. Других операторов не предлагают. Это на автомобиле было написано. Только МТС. Дальше. Ты задолбал своим сверлом, в обед не сверли, пожалуйста, дети спать ложатся, чтоб ты сдох, с уважением, жильцы подъезда. Давайте дальше. Пятерочка такси. Классно, да? Это маленький юмор. Давайте дальше. Стой, опасная зона, в помещении имеются сотрудники. Можно представить этих сотрудников, да, что зона сразу опасна. Это вешалки продаются в магазинах такие. Для детей. Ну, для детей. Двойной для... скотч прям вешаешь. Да. И... Дальше. Человек, ты мудр, будь добр. Ну, пожалуйста, что, сложно, что ли? Давайте дальше. Но это если дров нету в селении, вот, вот так вот делают у нас в деревнях, просто дальше подпиливают и все. Висит и висит. Это Александр, Александр Григорьевич, да, Лукашенко, а сзади плакат, да. В Белоруссии где-то на улице. Тихо, тут комментировать не надо, просто помолчим и скажем браво тому, кто сделал это. Браво! Дальше. Внимание, нумерация этажей изменена на нормальную. Кнопка минус один, это седьмой этаж. Теперь. То есть, как было до этого, можно представить, да? Дальше. Это просто рядом стояли вместе, поэтому невозможно было не сфотографировать. Это гениально! Они забирают последнее. Давайте поаплодируем. Это гениальный фотограф просто. Причем указано, через 400 метров это будет. Процесс произойдет. Дальше. Тихо, тихо, ничего не говорим здесь. Причем мне кажется, что там... То есть уверены сотрудники авиалинии, что поезда летают где-то в соседних странах. Дальше. Это в Петербурге. Может, кто-то был на Крестовском острове, там строится вот такой дом, и здесь, чтобы никого не обманывать, на самом деле. Дом у моря, вот море, пожалуйста. Все. Все честно. Дальше. И если вы... Сейчас, может, кто-то первый поймет, что это такое. Это шесть букв, понимаете? Да? Ну, букву F написали как S и R просто. Но сразу это ловится, конечно. Вить, но, в общем... Это твои фантазии. Давайте ну, дальше. Да. С этого места в любую точку мира. Вот именно с этого места. И видно именно на этом корабле. Вот на этом. Может, в Рио-де-Жанейро? Откуда? Вот с этого места. Дальше. Отруби. Отруби. И яйцо продаются вот в доме номер 43. Да. Но звучит как призыв. Так. Очень хороший парень снимет. Вот, пожалуйста, комнату. Это браво. Видно. Очень хороший. Но очень неуверенный. Не, но очень хороший. Она очень хороший парень. Таня, ты прям наш друг. Давайте. Это гениальные чудеса. Мне вообще кажется, что... Браво архитекторам! Давайте дальше. Да. Кафе «Два грузина». То есть два из них точно грузины. Остальные гости, видно, трое. Уважаемые покупатели, в связи с финансовым кризисом наш бутик переехал обратно в вещевой рынок. Бутик! Давайте дальше. Вот, стоп! Браво! Аварийный выход. При аварии выбить стекло молотком. Стоимость стекла 100 УЕ. Это где-то мы вот под Запорожьем, по-моему, где-то были. Мы горим! У нас нет денег, давай сгорим. Давайте дальше. Ну вот, это последнее. Тут без комментариев, все понятно. Это просто кто-то повесил рядом две афиши. Это мультфильм в кинотеатрах был, «Гималайя» называется, и... Ладно, друзья, посмотрите по сторонам, спасибо. Да, Виктор Васильевич.
Зараспространите это среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите.